Плотников на синюю линию. Диц налево Каменев. И там с пятака Крановков не сумел бросить. Григоренко тоже не стал бросать. Диц гол! Даррен Диц. Гол в большинстве. Первая шайба Даррена Дица за ЦСКА. Ну, большинство сумели реализовать. Московские армейцы. Так, на самом деле, вот по-хорошему шухер такой навели в зоне. И заставили Минское Динамо собраться перед своими воротами, и это оставило пространство на периметре, которым великолепно воспользовались Диц и Григоренко. Здесь был момент. И это всю четверку обороняющихся собрало на пятаке. Соответственно, смотрите, сколько пространства перед Дарреном Дицем.